Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать открывать гигантского профессионала из лаки-блоков. Но знаете, что я заметил? Вот что! Рядом с этим гигантским профессионалом появились его новые защитники. Это вот такие вот гигантские эндермены, потом также зомби и огурцы. Вот, а также вы, наверное, помните того гигантского профессионала злого, который меня все время атаковал. Так вот, он, короче, поселился на голове этого профессионала из лаки-блоков. Это просто жесть. А еще он стал в 2 раза больше. Вы только на него посмотрите. В общем-то, я уже подготовился к этой битве, скрафтил себе вот такую вот крутую броню золотую, а также нашел вот такой вот прозрачный, суперсильный меч. Вот. Поэтому прямо сейчас я возьму своего ослика, который вот так вот задом наперед перевернут. Я не знаю почему, но это очень прикольно. Поэтому, ослик, давай, пойдем атаковать. Ты чё, меня сбрасываешь? Ослик, ребята, он не хочет со мной бежать, сражаться с этими какашками. Ну и ладно, он походу боится. Я тогда один справлюсь. И без тебя, дурацкий осел. У меня зато есть крутой меч, поэтому все, ребята, нападаем на эндермена. Так, первого уничтожил. А где мой меч? Что за фигня, ребята? Это вообще нечестно. Мой меч сразу же сломался. И они, кстати говоря, здесь какую-то паутину наставили. Они, наверное, думают, что я в нее попадусь. Ха, и сами же в нее попались. Вот ведь лошары. Ну ладно, тогда, ребята, нам сейчас 100% нужно достать из этих лаки-блоков какую-то крутую вещь. Ха, лошара, горишь, да? Ну и гори, так тебе и надо. Ух ты, это что это я такое достал? А, почему я застрял? Нет, эндермен. Ладно, зато я там достал какой-то очень странный лаки-блок. Я думаю, вы его видели. Да, смотрите. Интересно, что это такое? Я хочу его открыть и посмотреть. Ничего себе. Вау, ребята, смотрите. Это что, летающий корабль какой-то? Ха, офигеть, давайте я на него залезу. Опа, летим. Почему я не прыгаю? Что за фигня? Это какой-то обман. О, отлично, я полетел и залетел прямо в этот космический корабль. Вау, о, тут какой-то мутант. Отстань, какашка. Ребята, мне нужно оружие, потому что у меня ничего нету. Просто пипец, ребята, вот это круто, конечно. Но сейчас мне первым делом нужно избавиться от этих мутантов и также разобраться с этим злым профессионалом. Да, потому что он вообще офигел. Так, отлично, у меня уже есть ботиночки крутые. Осталось еще какой-нибудь нагрудник достать, и тогда все будет вообще круто. Смотрите, там какая-то крутая кирка. Нужно ее быстрее поднять. Опа, дурацкие монстры не дают мне поднять эту кирку. Отстань от меня, огурец. Все, ребята, они все пока что в ловушке. Опа, отлично. Получайте, получайте, лошары. Вау, вот это крутая кирка. Смотрите, она их всех уничтожает просто с одного удара. Круто. Получай, дурацкий зомби. Че, думаешь, самый крутой? Нет. Теперь я самый крутой. На тебе, эндермен какашка. Давайте тогда сейчас я постараюсь достать какие-нибудь обычные блоки и построиться к этому профессионалу. Да, только здесь появились какие-то скелеты, которые стреляются какими-то звездочками, и это вообще не круто. Так, ладно, открываем дальше лаки-блоки. Здесь лежат блоки обычные, это хорошо. Ух ты, смотрите, что я нашел. Это лук и меч одновременно. Круто. Вот такую штуку мне как раз-таки и надо было. Сейчас я уничтожу всех этих дурацких скелетов. Так, все. И спокойненько залезу вот на этого гигантского профессионала из лаки-блоков. Я уже как раз нашел обычную земельку при помощи
помощи которой можно подняться, поэтому давайте уже будем начинать. Сейчас, я надеюсь, смогу разобраться с этим злым профессионалом, и он больше ничего мне не сможет сделать. Да, сейчас я залезу вот на эту руку гигантского профессионала из лаки-блоков, и отлично, ничего себе, что это такое? Лава, это что, какая-то ловушка? Ха, какая-то вообще дурацкая ловушка, профессионал, а ты даже меня сюда не сможешь скинуть, потому что я не настолько нубас. А, кстати, что это такое за блок земельки? Какой-то он очень странный. Давайте я его раскопаю. Скелет? А, ничего себе! Вот это, конечно, профессионал дает. Он сделал реально настоящую ловушку и поставил там этого дурацкого скелета, который меня скинул. Вот ведь какашка какой! Он, походу, знал, что я к нему приду, и поэтому подготовился. Ой, ничего себе, я откинулся. Ладно, давайте я тогда сейчас, наверное, пооткрываю еще немножко лаки-блоков, пособираю всяких ресурсов и попробую залезть на этот космический корабль. Посмотрим, что там есть, потому что, мне кажется, это очень интересно будет узнать. Поэтому, да, открываем, открываем. Выпадают какие-то вообще ненужные мне вещи. Вот реально, выпало бы мне какое-нибудь крутое оружие, я бы был очень рад. А так выпадают какие-то ненужные вещи. А, зомби! Отстань, дурацкий зомби-боб! Опять он мне попался, уже в какой раз? Ух, я его вообще не люблю. На самом-то деле, поэтому все, отправляемся в космический корабль. У меня уже есть очень много всяких крутых вещичек. А ну-ка, прыгаем. Ай, что за фигня происходит? Осторожно, главное не умереть. Давай, плита, подбрось меня на этот космический корабль. Отлично, здесь больше нету никаких мутантов. Это очень хорошо. И, кстати, я невидимый. Это тоже очень хорошо. Теперь мне никто ничего не сможет сделать. Вау, ничего себе. Офигеть, это реально настоящий космический корабль. Давайте заберемся еще выше. Ух ты, здесь целая кабина управления этим кораблем. Офигеть, ребят, вот этот крутяк. Он даже стрелять умеет, смотрите. Ха, офигеть. Вот бы этот корабль направить на этого дурацкого профессионала злого. Тогда бы я с ним разобрался. Ай, отстаньте, тут какие-то монстры. А почему они меня видят, если у меня это самая невидимость? Это очень странно. Ух ты, так, осторожно. Вроде бы они меня не видят, это хорошо. Эй, что ты на меня смотришь, а ну-ка проваливай. Вау, тут лежат вещи какие-то, это хорошо. Давайте мы все это дело возьмем и пойдемте сражаться дальше с этим дурацким профессионалом. Так, открываем, выходим. И сейчас самое главное... Не разбиться, да как так-то? Ну и ладно, ничего страшного, у меня все равно не было никаких крутых вещичек, поэтому... О, смотрите, я опять достала эту крутую штуку. Короче, давайте достанем новые блоки и постараемся опять построиться к этому злому профессионалу из лаки-блоков. Кстати, что это такое за лаки-блок? Ничего себе, это магазин, смотрите, я выиграл реально настоящий магазин каких-то ресурсов. Офигеть, смотрите, как он выглядит прикольно. Ну, он не на самом-то деле не нужен, поэтому давайте дальше открывать лаки-блоки. Так, палка на отдачу 2, это тоже хорошая штука, поэтому я себе ее оставлю. И, ух ты, золотые инструменты, как я их раньше не заметил, это же очень крутая штука, реально. Еще инструменты, правда, эти деревянные, и они как бы не такие крутые, как золотые, ну ладно. Ой, это что еще за мутант? А ну-ка проваливай отсюда. Здесь какие-то летающие инструменты. Они уничтожают моих жителей. Вы что, офигели что ли? Дурацкие инструменты, получайте. Ай, они меня уничтожать пытаются. Получайте, сколько вас, где вы все? Ух, все, вроде бы со всеми разобрался. Это было очень странно. И, кстати, у меня наконец-то появились блоки. И надеюсь, хотя бы с этой стороны, на этой руке гигантского
женского профессионала из лаки-блоков не будет никаких ловушек, и я смогу разобраться с этим злым профессионалом. Да, я на это очень надеюсь, поэтому давайте вот так вот построимся аккуратненько. В принципе, блоков у меня хватает, да, отлично. Давайте еще поломаем лаки-блоки здесь. А это что такое? Ничего себе! Это ТНТ! Ага, этот какашка хочет меня взорвать! Ха! Но я-то знаю, что это не ТНТ, а обычные лаки-блоки! А, ничего себе, кролик злой! Ух, как же хорошо, что я его скинул! Ладно, давайте пооткрываем тогда этих лаки-блоков! Ай, скелет, отстань! Ребята, у меня осталось очень мало жизней! Ух, отлично, я его успел скинуть, у меня половина жизни осталась, и я выжила. Это хорошо, ой-ой-ой, кто это такой? Проваливай! Ха, офигеть, появился какой-то монстр, но я от него очень быстро избавился, это хорошо. Давайте дальше открывать эти ТНТ-лаки-блоки. Кстати, смотрите, сколько у меня уже динамита. Мы же сейчас можем здесь все подорвать и взорвать эту какашку. Наконец-то, ребята, я долго этого ждал. Сейчас я расставлю прям везде ТНТ, чтобы он 100% взорвался. И я думаю, тогда все будет очень хорошо. Давайте, давайте, ТНТ, расставляйтесь. Я прям реально сейчас очень сильно хочу его взорвать. Я даже постараюсь сейчас к этому какашке на крышу взобраться и у него на крыше поставить ТНТ. Да, отлично, он пока что меня не видит, и это очень хорошо. Давайте вот так вот осторожно раскладываем динамит. Ха, вот он, лошара, вообще не видит меня. Все, в принципе, я готов их взрывать. Правда, мне нечем их взрывать. Что ж такое-то? О, отлично, я их поджег. Теперь нужно валить. Быстрее валим. Ай, я взорвался. Но смотрите, какой был взрыв. Он очень мощный. И этот профессионал спустился вот сюда вот ко мне. Он, видно, очень разозлился и теперь будет меня атаковать. Но ничего страшного. Сейчас я, короче, из лаки-блоков достану новое оружие и уже разберусь с этим какашкой. Да-да-да. У меня уже есть вот такие вот крутые штанишки, меч крутой, и осталось добыть только нагрудник. Можно уже будет на него нападать, и я надеюсь, у меня все получится. Эй, что за фигня такая мне выпала? Маленький нубик, привет. Ты меня можешь выпустить, пожалуйста, из этой клетки? А то я тут застрял. О, нет, ребята. Ух, придется рукой ломать эту решетку дурацкую. Все, наконец-то я ее сломал. И, в принципе, что же, давайте уже будем нападать на этого дурацкого профессионала. Ничего себе, ребята, он еще сильнее стал. Вы это видите? Зато я могу от него вот под этим деревом скрыться. Не, не могу. Офигеть, ребята, он вообще какой-то сумасшедший стал. Он меня просто за 100 блоков ударяет, и я вообще ничего не могу сделать. Ой, он еще и невидимкой становится иногда. Вы это заметили? Реально, он только что невидимым был. Да ну нафиг, ребят, я вообще не знаю, что делать. Он с каждой серией становится все сильнее и сильнее. И я вообще не знаю, как мне с ним справиться. Ну ладно, зато мы взорвали хотя бы немножко этого дурацкого профессионала из лаки-блоков. И мне кажется, когда я его полностью сломаю, открою все лаки-блоки, то тогда этот дурацкий профессионал, возможно, тоже исчезнет. Поэтому, ребята, в следующей серии я постараюсь доломать все лаки-блоки и избавиться от этого какашки профессионала. Все, с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!